хорошо. Планируется, что для полетов в Индию, Таиланд и Вьетнам авиакомпании будут использовать альтернативные маршруты, так что время пребывания в воздухе самолетов увеличится. Также перевозчики не исключают посадки судов для дозаправки. Что же касается увеличения стоимости перелетов, точной информации об этом пока нет. Как сообщают представители авиакомпании, все будет зависеть от срока ограничения полетов.